Первые два года после чемпионата мира Самара-арена на 95% будет финансироваться из федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 заявил временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Оставшиеся 5% будут выделяться из казны региона. Временная мера поддержки даст фору, чтобы подготовить стадион к самостоятельному существованию. Оператором площадки станет футбольный клуб «Крылья Советов». Уже пришло письмо от «Спортина» о предварительной договоренности на первые матчи российской футбольной премьер-лиги. Будут заключены разовые договора, договоры, которые будут определять за сутки до игры аренду стадиона и в день игры аренду стадиона у «Спортина». Стоимость аренды будет уточняться. По такой модели функционирование стадиона будет идти вплоть до его перехода в региональную собственность. Ожидается, что это произойдет ближе к Новому году. Окончательные сроки пока неизвестны. Впрочем, на пресс-конференции говорили не только о будущем, но и о прошедшей на Самара-арене игре, а также о перспективах сборной России в будущей встрече с Испанией. Я не знаю, но как играть, но это я... Это надо лучше играть, это надо не делать ошибки, как в матче против Уругвай.